Здравствуйте, это программа «Время говорить», в студии Анна Бережная. Миллионы зрителей во всем мире, миллионы долларов призовых. Многие журналисты и аналитики уверены в том, что киберспорт – это будущее развлечений. Уже во второй раз киберспортивный фестиваль Sunrise Challenge пройдет во Владивостоке 25 и 26 июля. И сегодня о нем расскажут наши гости. Организаторы киберспортивного фестиваля Sunrise Challenge Игорь Кирий и Алексей Егоров. Здравствуйте. 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 И первый вопрос – что же такое все-таки киберспорт и зачем он нужен? Киберспорт – это соревнование по игровым компьютерным видам спорта. Нужен он для того, чтобы в них соревноваться, для тех, кому это интересно. Киберспорт – это спортивное соревнование по компьютерным видеоиграм. Просто интересно, почему спорт? Чего в нем спортивного? Там есть спортивная составляющая, это соревнование между одним игроком и другим игроком. Или между одной командой и другой. Да. Ну, шахматы тоже спорт. Да, шахматы тоже спорт, поэтому часто его сравнивают именно с этим видом спорта. Ну, насколько я знаю, у нас уже он проходит не в первый раз, а во второй. И расскажите вообще, как все начиналось, с какой целью вы это делаете? Хочется подробностей о фестивале Sunrise Challenge. Ну, нам хотелось, наверное, выйти за пределы каких-то компьютерных соревнований в специализированных клубах, создать что-то большее, чтобы в массу это все вынести. И появилась идея в прошлом году сделать первый такой фестиваль, который прошел 20 декабря в Театре Underground. Да, до этого уже третий год занимаюсь организацией киберспортивных турниров, уже там у нас на счету больше 50 турниров по киберспорту, но все они проводились в формате компьютерного клуба, небольшую аудиторию собирали там в пределах там 200 человек, 300. Вот. Сейчас мы хотим расширить географию и популяризировать, мы занимаемся активно популяризацией киберспорта. Вот. Поэтому у нас и география, и количество участников увеличилось пропорционально. Ну, примерно как много участников, или, может быть, уже точное количество известно в этом году? И чем он вообще отличается от прошлогоднего фестиваля? В отличие от прошлогоднего фестиваля, однозначно у нас рост некоторых дисциплин по количеству участников. В общей сумме около 1000 человек, если не ошибаюсь. Больше 1000 человек. Больше 1000 человек, да, в отборочных в интернете. Но только две лучшие команды по каждой дисциплине в составе 5 человек, или 7, попадают на финалы в Владивостоке, которые в Театре молодежи 25-26 июля будут проходить. Вот. Тяжелая была борьба у ребят, потому что регламент и правила турнира у нас довольно тяжелые. Мы стараемся дисциплинировать ребят, и каждый день или раз в два дня они должны были играть с противниками, и по итогам этого лучшие две команды Дальнего Востока приедут сюда. Большинство даже, как ни странно, не из Владивостока. То есть это отборы онлайн, да? Такие игры онлайн? Да, отборы онлайн. Совершенно верно. Все верно. Ну, насколько я понимаю, организовать это достаточно непросто. Все-таки нужны спонсоры. Кто вам помогает, кто оказывает поддержку? Расскажите. Наш генеральный партнер компании DNS. Мы проводим также мероприятия при поддержке МТС. Компания Gigabyte, наш официальный партнер. Разработчики. За что мы выражаем огромную благодарность за помощь в организации фестиваля. А также у нас администрация Приморского края, управление по делам молодежи нас поддерживает. Ну, хорошие, сильные партнеры достаточно. Да, ну и много на самом деле информационных партнеров, в том числе и ваш канал. И помимо всего прочего, большое количество партнеров среди местных компаний, такие представители среднего бизнеса, которые делают неимоверный вклад в развитие всего этого. Вот. Хочется поговорить об этапах, о дисциплинах, как вы их называете, соревнований, фестиваля. Я знаю, что дисциплины – это компьютерные игры, в которые играют участники. Расскажите об этом подробнее. Они делятся на две части. Давайте я расскажу о первой, Алексей, о второй. Первая часть – это дисциплины, которые являются командными, и на них можно зарегистрироваться в интернете, попасть на LAN-финалы, как мы их называем, то есть 25-26 июля, можно только пройдя тяжелые отборы. Это дисциплины Dota 2, Counter-Strike Global Offensive, Warface и World of Tanks. Четыре дисциплины, в принципе, популярнейшие у нас в крае. Команды состязаются, по Dota там 80 команд, по Counter-Strike в районе 50, то есть действительно очень много команд. И только две лучшие, как я уже говорил, проходят сюда. Вторая часть – это мини-турниры. Да, мини-турниры, они по части одиночные. То есть там человеку не нужно иметь команду, чтобы победить. Он может своим личным опытом, своим личным, так сказать, скиллом выиграть призы от партнеров, и поучаствовать в нашем фестивале. Да. То есть достаточно прийти. Такие игры, я их, наверное, перечислю, это там StarCraft, стратегия, Hearthstone,
FIFA — это футбольный симулятор, Mortal Kombat — это файтинг такой. Dota 2 1 на 1. Я знаю только... Quake. Хорошо знаю только Mortal Kombat. То, во что я сама лично играла. Ну, на самом деле, одна из самых зрелищных, наверное, дисциплин. Да. Потому что очень много эмоций в процессе игры, действительно очень интересно. Вот. И чтобы поучаствовать в этих дисциплинах, достаточно просто прийти в 10 утра на фестиваль, прийти к стойке регистрации, зарегистрироваться и участвовать. То есть все, что нужно — купить билет. А почему стоит прийти, например, мне? Я не являюсь участницей соревнований, я не компьютерный игрок, но тем не менее, почему это будет мне интересно? Мы не зря это называем фестивалем, вот, потому что, ну и не зря это киберспортивный фестиваль. С одной стороны, мы занимаемся популяризацией киберспорта, и вам, как человек, который не разбирается в этом, будет интересно узнать, что это. Прийти, посмотреть, какой там накал страстей, какие там эмоции получает зритель. И какой восторг он у вас вызовет. А дальше это то, что у нас не киберспортивная часть, а скорее фестивальная. То есть у нас будут играть музыкальные рок-группы, 4 группы у нас играют. Wasabi, Haze, OM группа. Maybe Tomorrow. Maybe Tomorrow. Популярная очень музыка. Да. Да, они будут у нас играть на фестивале. У нас будет ярмарка, такая гик-ярмарка, где они могут купить там сувениры, комиксы и прочее. Будет даже специализированная акция по продаже игрового железа, как мы это называем, то есть каких-то девайсов, на которых геймеры привыкли играть, то есть это специализированное профессиональное устройство по низкой цене. Да, это клавиатура, мышки, наушники и прочее. И также у нас будет часть, которая тоже связана с играми, но не кибер. Это настольные игры, у нас будет Hobby Games, у нас будет игротека, где тоже это можно... Это как раз для таких, как я, наверное. Да, ну, в общем, у нас очень много активностей от партнеров. У нас и Gigabyte устраивает активности, и МТС у нас устраивает активности. Там может быть фотки с Инстаграмкой, у нас будет косплей-шоу. Да, самое главное. Косплей-шоу у нас тоже очень такая визитная карточка. Это когда люди переодеваются в костюмы своих любимых героев, игр и сериалов. Это просто нереально зрелищно, потому что некоторые костюмы просто вызывают восторг, они и дорогие. Можно сравнить их, наверное, со стоимостью нашего фестиваля. Да, и сфотаться с ними просто на память, это очень много эмоций вызовет у вас. Ну, то есть будет такое яркое и интересное зрелище, на которое действительно стоит прийти. Да. Такой вопрос еще есть у меня. Обязательно ли быть геймером, чтобы стать участником соревнований? Я имею в виду профессиональным таким заядлым геймером. Или это может быть и начинающий игрок, который хочет побороться? В некоторых дисциплинах надо быть и профессионалом, в некоторых можно быть и начинающим. Где-то уровень игры очень влияет на результат, а где-то не очень. Вот. Да? То есть... Знаете, можно прийти поиграть в Mortal Kombat, нажать на все кнопки и случайно выиграть. Как я делаю. Ну, у нас действительно есть примеры, когда ребята, которые играют хорошо в какие-то командные дисциплины, то есть они знают, что вот во второй день им надо поучаствовать в команде. В первый день они пришли просто посмотреть на фестиваль, придут, зарегистрируются просто интереса ради в какую-то дисциплину, хотя они, в принципе, ее там не играли никогда. Дойдут до четвертьфинала просто потому, что есть какое-то вот это соревновательное нутро у человека. Да. То есть мастерство владения мышкой, клавиатурой скажет свое. Да. А девочки участвуют? Да, как ни странно, вот в этом году у нас впервые, я бы сказал, за долгое время, вообще, наверное, впервые за все время, у нас в финал прошла команда, в составе которой есть девушка. Притом, я точно не помню, с какого города они будут ехать к нам, но это что-то из Амурской области. То есть они на поезде едут сюда для участия на финалах. То есть они прошли отборы среди большого количества команд, где, естественно, преимущественно парни, потому что это основная аудитория, как ни странно, парни. Вот, ну да, в одной команде с девушкой. Но вообще в мире... Женский киберспорт и мужской киберспорт отличаются, у них все равно разный подход к игре. Да? Женщинам довольно сложно вжиться в команде. Женщина на корабле, да, плохая пример. Женские команды очень часто распадаются и нестабильно очень. Женский футбол, мужской футбол, можно аналогию провести, да, то же самое, в принципе. А как думаете, с чем это связано? С тем, что женщины менее усидчивые? Подход к игре. И логики, мне кажется, такие меньше. Да, ну потому что если вот есть девушки, которые реально хорошо играют, у них реально другой подход при этом. А какой? В чем отличие? Ну, более усердные тренировки, более... Мужской.
более мужской подход, да. То есть женщины с мужским характером, они могут вполне побороться. Почему нет? И быть достойными соперниками. Почему нет, да. Давайте немного отойдем от фестиваля и поговорим в целом о киберспорте. Как я говорила в начале программы, это неимоверно популярный вид спорта сегодня в мире. Расскажите, что происходит с ним, и, ну, чтобы наши телезрители понимали масштабы вообще, всю серьезность ситуации. В стране, давай ты расскажешь про страну, я про мир. В мире это уже десятки миллионов долларов призовых на вот, мировом чемпионате по доте, который пройдет буквально уже в начале августа. Все его очень сильно ожидают. Буквально вот заканчивается Sunrise, и люди знают, чем им заняться. А все геймеры не выходят из дома, сидят, смотрят его. Ну, довольно тяжело, правда, смотреть, потому что часовые пояса различаются. Но это детали. Вот. Масштаб просто огромный. Проводится уже пятый раз этот турнир. И это один из немногих лишь турниров. В принципе, в каждой дисциплине есть свой так называемый чемпионат мира уже. Ну, практически. Вот. Помимо то есть по каждой игре даже, да? Да, но помимо регулярных турниров, которые проводятся очень часто. То есть бывают турниры, которые проводят официально разработчики игры. К примеру, вот этот The International или чемпионат по Лиге Легенд. Бывают просто турниры, которые проводят организации, профессиональные организации. Как правило, уровень турниров очень высокий. Вот. Монетизация очень высокая у этих турниров за счет количества зрителей. Потому что уже, в принципе, развивается индустрия продажи электронных билетов для просмотра в интернете. И за счет вот этих электронных билетов, в принципе, сформировался призовой фонд в 15 миллионов долларов. Стоит только представить, какую общую сумму вообще компания собрала, учитывая, что человек, покупая билет, определенную сумму, да, вкладывает в развитие вот этой игры. И только 25% из этой суммы идет в призовой фонд. То есть 15 миллионов собрали за счет 25%. Мне кажется, сейчас, или я, может быть, конечно, ошибаюсь, но, насколько я понимаю, это самый большой призовой фонд среди различных видов соревнований. Ну, не самый большой, но он, наверное, сравним с теннисом, может быть, вот, что-то вот на таком уровне. Не, ну, четвертый интернешнл был на уровне, да, с Уимблдоном, по-моему. Да, там 13 миллионов долларов, а вообще уже 15. Серьезно? Я думал, он уже 16, если не ошибаюсь, он. Он перевалил, да, многие рекорды по призовым фондам. По мировым турнирам еще добавляют такие турниры, как ESVC, DreamHack. Да. Они тоже мировые, но это больше вот формат фестиваля, который, вот, к которому мы стремимся, да, международный. Там проходит, ну, там это турнир не по одной дисциплине, а вот, как и у нас, по нескольким дисциплинам. Вот. А по российским у нас турнирам сейчас пошла мода на фестивале, скажу вам. В Кирове проводят фестиваль. Проводили. В Сибири проводят фестиваль, Новосибирске. Раньше у нас проходил Tech Labs в каждом городе. То есть тоже интересное событие. Сейчас в Москве это GSL. Да. Сейчас вот стартовал первый сезон. У нас ребята, команда из Хабаровска, Attention, они полетели вот. Туда. Да, они должны были участвовать на Sunrise, причем в финалах, ну и совершенно так случайно выпало, что даты GSL выпали на даты Sunrise. Ну, ребята нам сказали, так-то так, но, к сожалению, нам нужно ехать туда. Мы, в принципе, только пожелали им удачи, потому что, ну, никакого огорчения из этого нет. То есть мы рады за них. Ребята летят в Москву участвовать от нашего региона на всероссийском турнире, да, GSL Open. Насколько я знаю, как раз на московских фестивалях тоже немаленькие денежные призы. Да, это около 2 миллионов рублей. Около 2 миллионов рублей. То есть, того. Можно ли говорить о том, что это впоследствии достаточно выгодное и полезное это занятие для киберспортсмена? Ну, киберспортсмены в России, в принципе, многие команды уже уровня московского имеют подписанные, так сказать, контракты с организациями и получают зарплату регулярную. Это, в принципе, практика уже не новая, ей уже, там, наверное, больше 5 лет, если даже не больше, чем 5 лет. Вот. А в формате местных команд, в принципе, это уже не первый раз, когда наши ребята летят в Москву, поэтому, в принципе, рост какой-то имеется и, возможно, когда-то в скором времени уже что-то будет и здесь. Еще меняться, да? Да. Насколько я знаю, также будут и гости у фестиваля. Расскажите об этих киберспортсменах. Совершенно случайно и на радость нам и всем зрителям фестиваля компания МТС предложила нам: ребята, почему бы не привезти сюда суперзвезду? Ну, время, скажем, прямо, откровенно, не самое было для этого подходящее, потому что это преддверие того самого International, и, можно сказать, 99% российского Dota комьюнити, которая сейчас самая популярная, будет находиться в эти даты в Сиэтле.
на мировом чемпионате. Но мы смогли найти вот этот самый 1% в лице уже, можно сказать, легендарного игрока, который лет так 5-6 назад был на пике своей карьеры и очень известный, Владимир Аносов, более известный как ПГГ. Можно даже сказать, скандально известный в чем-то, но, тем не менее, нельзя, вопреки каким-то стереотипам, не сказать, что это действительно игрок всероссийского уровня, что подобного ему уровня игры здесь никто, в принципе, никогда не имел и на данный момент не имеет. Это очень важное событие для города, для всех киберспортсменов. И, в принципе, даже когда анонсировали вот этот его приезд, что, в принципе, произошло там, за 2 недели до начала фестиваля, рост эмоций по типу «О, боже, надо срочно бежать за билетом», ну, действительно появился. Насколько я знаю, будет встреча с поклонниками, да. Фотограф-сессия. Да. А можно ли будет нашим спортсменам задавать какие-то вопросы? Ведь да. Это же целая система. Можно будет даже поиграть. Вот, наверное, один счастливчик какой-то, который придет на фестиваль, получит возможность играть с Владимиром в шоу-матче 1-1. По крайней мере, сейчас такой формат шоу-матча выбран. Собственно, самим Владимиром. Ну и да, будет автограф-сессия, будет пресс-конференция обязательно с ним. То есть, ну... Мы же не можем держать его в гримерке все время. Закрытым, да? Конечно. Интересно, да, что тоже свои звезды в киберспорте да, есть. Да. Здорово. Насколько я знаю, Sunrise Challenge все-таки не единственное событие такого, масштаба такого может быть единственное пока что у нас в городе, но я знаю, что также проходят и другие соревнования. Расскажите о них. Ну, мы также организаторы этих соревнований. Мы просто являемся представителями различных организаций киберспортивных на Дальнем Востоке, и мы проводим различные отборочные. Допустим, на тот же ESWC, расшифрую это Electronic Sport World Championship, то есть мировой турнир по киберспорту, мы проводим отборочные на, по дисциплине FIFA, по Counter-Strike. Наши игроки летят потом в Москву, и победители уже в Москве, они уже представляют Россию в целом на чемпионате мира. Вот. Также мы являемся представителями GSL Open, МЦС Open, проводим отборочные также на всероссийские турниры. Вот. Можно сказать, что это, в принципе, наверное, все имеющиеся российские турниры, потому что, наверное, три основных флагмана сейчас ESWC, GSL и МЦС, в принципе. То есть все это центр России, ну, не считая ESWC, то есть там центр все-таки сейчас в Париже, насколько я помню. Да, и... Нет, еще будет DreamHack Russia. Да, еще DreamHack будет DreamHack. Да, будет. Очень важно то, что действительно можно прийти вот на Sunrise, к примеру, и по ряду дисциплин, к примеру, это FIFA, поучаствовать в турнире, выиграть его и действительно выиграть, как мы это называем, квоту на всероссийские соревнования. Более того, МЦС Open в этом году, это уже третий сезон вообще в принципе МЦСа, мы берем на себя слот, вот эту же квоту, не просто по нашему городу, а по всему Дальнему Востоку. Таким образом, команды, которые прошли на Sunrise, это две команды по Dota, по Counter-Strike, они автоматически уже являются представителями Дальнего Востока на MCS Open. Да, то есть они уже, на самом деле, они даже сами об этом еще не знают. Такой сюрприз, да? Да. Профессиональный. Да. Полезны ли компьютерные игры и постоянная тренировка? И если да, то чем? Что они развивают? Какие навыки? Ну, наверное, как и в любом другом спорте, в любом другом деле, чтобы добиться успехов, нужно постоянно оттачивать свои навыки. То есть, действительно, сейчас основной способ хорошо играть на местном уровне, это сплоченно играть командой и много. То есть многие сейчас часто киберспортсмены заботятся о своем индивидуальном уровне, чтобы вот индивидуальный уровень человека как игрока был высокий. Но тем не менее, по факту, как показала практика, всегда побеждает не тот, у кого индивидуальный уровень выше, тот, у кого командная игра более сплоченная. Поэтому, ну, полезно играть вместе, полезно развиваться, и единственный способ добиться успехов – это много играть. По-другому, наверное, отвечу. В киберспорте развивается логическое мышление, стратегическое мышление. А в Европе уже практикуют, допустим, стратегические игры в формате компании, да, то есть коммерческая организация внутри. Сотрудники играют в экономические стратегии, да, и тем самым увеличивают там, экономическое мышление, логическое. Также с логическими играми... Обычные шутеры, они развивают, так сказать, реакцию и внимательность. Шутеры — это стрелялки. Да, да, да.
и внимательность. Есть мнение, что те, кто играют в шутеры, они отличные водители, потому что они умеют замечать вот все детали. Да. Реакция. Что-то резко выскочит, да, нужно среагировать. Да, совершенно верно. Говорят, то, что те, кто играет в шутеры, они вот отличные водители. Что ты еще хотел дополнить? Алексей, кстати, упомянул, что между компаниями это производится. Мы, кстати, совсем недавно в формате праздника Дня молодежи на Центральной набережной проводили соревнования киберспортивные между коммерческими организациями. То есть это определенный ряд компаний: Ростелеком, МТС, ДНС, Прима Медиа, уже затрудняюсь точный список сказать. Предоставили свой коллектив, 4 человека. Каждый из этих вот участников защищал честь своей компании в той или иной дисциплине. Это Counter-Strike, Dota 2, FIFA и Mortal Kombat. Да, все верно. Соответственно, ну, то есть какой-никакой, но сплочение коллектива, можно сказать. Я представляю, восторга и эмоций, наверное, было очень много. На самом деле, много восторга и эмоций поиграть в любимую игру возле фонтана на набережной еще тоже немаловажно. Да, у нас было очень хорошее. У нас было очень хорошее ажиотаж на нашей площадке. Да, нам очень понравилось мероприятие. Ребят, наверняка у многих есть какие-то стереотипы относительно геймеров, киберспортсменов. Давайте их сейчас сломаем. Давайте. Надеюсь, что не первый раз, но навсегда. Самый популярный вопрос. Я просто... Ну, я не могу его не задать. Само собой, просто, ну, это классика. Есть действительно стереотипы, что много времени проводить за компьютером вредно. Это нас учат еще со школы, что нужно 45 минут, пошел, передохнул. А у нас игры порой по полтора часа. Вот. Но... Как ни странно, мы всегда говорим одно и то же. Да, дело в том, что человек работает, бывает по 10 часов в день. Программисты, дизайнеры, все работают за компьютером. Они также проводят время там. Журналисты, кстати, тоже. Да. Достаточно. Поэтому вред точно такой же, как и во всех остальных профессиях. Наверное. Я больше скажу, большинство наших, ну вот те, кто прошли у нас сейчас на фестиваль, большинство из них профессиональные спортсмены, пловцы, борцы. Я не знаю, у всех тренировки каждое утро, зарядки, разминка, турники. То есть они все занимаются спортом активно, они постоянно в движении. Вот. И поэтому стереотип, то, что это геймер, это вот такой вот дохляк, это точно стереотип, потому что я ни одного такого не знаю. То есть если подытожить, то это не так, что геймер – это обязательно человек, который закрытый, сидит дома, у него закрытые окна задернуты, он постоянно сидит за компьютером, за ним ест, за ним спит и так далее. Я бы сказал, что у нас, в принципе, среди финалистов нет ни одного такого человека, то есть 100%, что если человек успешен в этом, да, он однозначно и в жизни, скорее всего, не закрытый, как вот вы выразились. То есть у нас все ребята работают, большинство участников наших турниров уже далеко за 20, то есть... Как показывает практика, молодые, как в любом другом деле, должны набраться опыта, чтобы здесь достичь высот. Есть, конечно, прецеденты, когда молодые ребята лет там по 16-17 проходят и выигрывают. Ну, талант. У нас, к сожалению, остается совсем немножко времени. Я предлагаю сейчас обратиться к будущим киберспортсменам, посоветовать им что-нибудь и еще раз пригласить жителей города на киберспортивный фестиваль Sunrise Challenge. Дорогие друзья, приходите к нам на фестиваль Sunrise Challenge 25-26 июля, который пройдет в Театре молодежи. Будем очень рады всех вас видеть. А совет начинающим? Совет начинающим. Тренируйтесь. Что хотел сказать, по поводу предыдущего вопроса, то, что вот здесь и сказывается подход к игре, к тренировкам. Человеку достаточно тренироваться 3-4 часа, но усердно и целенаправленно тренироваться. Вот. Тогда у него будет формироваться дисциплина, самодисциплина, и личный уровень игры будет расти. Вот. Буквально изменив подход к игре, изменив подход к тренировкам, ты реально можешь достичь очень многого. У нас есть очень много примеров, когда человек, допустим, из одной дисциплины переходил в другую, в которой он ничего не знает. Но при этом, зная подход к игре, он уже достиг уровня Дальнего Востока. За короткое время. За очень короткое время, просто поменяв подход к игре. Вот. И что я очень советую всем начинающим, это самодисциплина, это подход к игре более усердный и более тщательный. Вот. Наверное, еще уместно сказать вот это вот популярное ныне еще тоже стереотип, что многие нервничают во время игры, какие-то эмоции. В одной из популярнейших игр при запуске игры есть замечательная фраза для всех игроков, которую многие игнорируют. Помните, это всего лишь игра.
предлагаю на этом закончить. Спасибо огромное, что вы к нам пришли. Я желаю вам удачи, спасибо побольше большое. Фестивалей. Спасибо. А я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на 8-м.